Ну, только вот, вот этого нашего русского Макгрегора, трэш-токера, его чисто вытянул подраться. Я только могу обнять его и поцеловать его. Ассаламу алейкум, я люблю тебя, братик. Мага, какие у тебя эмоции после боя? Расскажи, пожалуйста. Я доволен, хвала Всевышнему. Любому исходу я доволен. Я в любом случае буду благодарить Всевышнего за любой исход. Так должно было случиться, так случилось. Вот. Ты считаешь, что ты победил? Да, у меня такое чувство, что я выиграл в этом бою. Я так чувствую. И если мой тренер говорит мне, он, Владимир Осия, никогда, где я проиграл, он никогда не говорил мне, что я выиграл. Он мне говорил, ты проиграл, но мы сделаем работу, мы будем лучше. Сейчас он мне говорит, ты выиграл. Мне этого достаточно. Не так, как мы хотели, но он выиграл. Но, да, не так, как мы хотели. Но первые два раунда Мага были потрясающие. Просто потрясающие. Но это же пятираундовый бой. Это двумя раундами бой не заканчивается. Спасибо. Спасибо. Скажи, пожалуйста, 84 килограмма, очень много хороших бойцов. С кем бы ты хотел еще подраться, если не рассматривать реванш? Честно сказать, я сейчас хотел бы просто отдохнуть. Да, а так, я никогда там так прям не выбирал там соперников подраться. Ну, только вот, вот этого нашего русского Макгрегора, трэш-токера, его чисто вытянул подраться. Да, и мы подрались. Не так, как я хотел, но не так, как я представлял. Да, это все пошло не по плану, но суть бойца в том, что если что-то пошло не по плану, если план А не сработал, должен быть план Б. И пришлось мне поработать по плану Б, то есть на втором этаже, на его этаже, потому что резервы покинули мое тело каким-то образом. Хотя я в зале делаю колоссальную работу, но если так произошло, значит так должно было случиться. Значит, это было испытание для меня, которое я прошел. Я двигался дальше, несмотря ни на что. И крайний вопрос, Мага, у тебя была схватка с Дураевым. А если бы были бы правила ММА, ты подрался бы с ним? Никогда в жизни. Я только могу обнять его и поцеловать в лыжку. Да, и вот, вы что, Дураев, это мой брат. А с братьями я не дерусь. Вот, и никогда не буду. Да. Хорошо, спасибо большое, Мага, за интервью. Это очень классно. Адель Дураеву, моему брату. Ассаламу алейкум. Я люблю тебя, братик. Спасибо. Друзья, еще больше интервью с лучшими российскими бойцами можно найти на нашем канале. Кроме того, вас каждый день там ждут новости, топы, обзоры, репортажи с турниров, инсайды и еще много чего интересного. Не забудьте подписаться на нашего корреспондента Юстину Грачик в Instagram и на наш новый новостной канал MMA Live. Там уже есть видео потасовки с турнира Fight Nights. А если вам нравится, что мы делаем, будем рады донату на новый микрофон. Мы так на него и не собрали, но верим в вашу поддержку. Спасибо и удачи!